Девочки мои дорогие, всем привет! Сегодня хочу вам показать и рассказать о той надомной работе, которую мы делаем. И хочу вам сказать, что надомная работа существует. Вот я тоже раньше искала очень много надомной работы, куда я только не писала. Какие-то конверты клеить. Помните, такие объявления были? Наверное, многие из вас сталкивались с таким, искали, тоже интересовались. Ой, ну это все было обман. Куда-то писали, отправляли, ничего не высылали, деньги просили. Ну, в общем, ничего это было неправдой. Но я нашла надомную работу. Нашла. У нас в городе. Вот мы делаем с семьей с нашей вот такие сетки, авоськи. Вот как их, наверное, называют. И раньше такие были у нас. Помните, в советское время бабушки ходили с такими в магазин. Из них батоны торчали, лук, картошка. Вот, вот такие авоськи. Но эти авоськи, они не совсем такие. Они маленькие. Это вот под баллоны мы делаем. Под трехлитровые. Они небольшие. Тут клетка такая крупная. То есть это не для овощей. Вот они будут просто проваливаться здесь в эти... большие такие вот окошки у них. Они маленькие, эти сеточки. Они где-то 40 чем-то сантиметров всего лишь. Это вот под баллоны именно. А еще мы делаем, есть сетки побольше. У них меньше клеточка. И они вот именно, да, они именно для каких-то продуктов можно использовать. Такие уже более прочные, они более длинные, большие. Ну, это такие маленькие. Вот тут вот рядом муж, он делает уже последний этап. Он обрезает их. Вот, смотрите, покажу вам. Он обрезает и узелочки. Вот, вот тут есть такая ручка, косичка. И тут узелочки. И вот он припаливает эти узелочки. Это уже у нас последний этап. Ручечка такая вот. Видите, косичка. Вот, вот мы делаем такие сеточки. То есть вот такая у нас надомная работа. Ее просто, конечно, да, нужно найти. Вот есть, все равно есть работа. Ну, я вот нашла, мы уже, наверное, сколько? Где-то год, наверное, работаем вот здесь. Делаем вот такие авоськи. Вот рабочее место у мужа такое. Тут он, у него тут своя технология. Вот. Так что хотела кратенько вам снять, показать, что это все реально, что это все есть такое. Сейчас еще поближе покажу. Сейчас вот, Дима, покажи вот тут поближе. Вот он тут делает. Процесс идет, скажем так. Вот, девчонки, так что вот такая работа у нас. Будут вопросы, спрашивайте. Отвечу, если кому-то что-то интересно. Ну все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.